За третье место в конкурсе «Воспитатель года 2023» почетной грамотой и денежной премией в размере 50 тысяч рублей от регионального общественного фонда имени Героя России Ахмат Хаджи Кадырова награждается Дугаева Хава Абудагировна, воспитатель детского сада номер 6 «Зеза», город Урус-Мартан. За второе место почетной грамотой и денежной премией в размере 100 тысяч рублей награждается Муталипова Фатима Усмановна, воспитатель детского сада номер 16 «Дружба», станица Николаевская. За первое место почетной грамотой и денежной премией в размере 150 тысяч рублей награждается Минтаева Мадина Тархановна, воспитатель детского сада номер 5 «Дикий», город Грозный. Мадин Дерубин, я говорю, сон, ой, фонца, сам миллион, ах, да ладно, да, слава. Вас так настолько любят дошкольных работников. И я благодарна за то, что пригласили, чтобы увидеть эту красоту, это обаяние чеченских педагогов, руководство республики и всей республики. Очень важно, что вы разговариваете на своем родном языке. Рабзан Ахмадович, большое спасибо за поддержку. Дошкольное детство должно быть первым, и у вас оно на самом деле первое.